Мы сколько успеем, столько познакомимся. Основа у нас будет морская сказка, но мы к ней пойдем. Это удивительно, это отдельно взятый творческий комплекс. Морская сказка, комплекс о растущей взросло-детской дружбе. Да. Побываем в истине большой. Там бескрайнее море позитива, красоты и навыков. Побываем в истине большой. Истина – это сказочник проникновенно ведет по счастливому пути взросления. И мы с вами прекрасно знаем, бывает зрелый возраст и незрелое поведение. Такое что же бывает, да? Побываем весна в душе во все времена года. В любую погоду, в любом возрасте. В общем, можно посмотреть их потом. Да, а я просто сейчас вот на этот. Дальше. Звездная копель, образные миниатюры. Исток, образные мелодии. И здесь же путь. Можно передать дальше, кому интересно? Или да, 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 ну пусть, давай, да. Давай. Творчество жизни, музыкальные картины и видеофильм к нему. Элегия любви. Милое отечество. Представляете, конечно, мы все не сможем, но прикоснемся. И вот где, что такое комплекс? Это много произведений музыкальных, песен или мелодий, и имеющие одну направленность. И эта направленность выражена в самом имени комплекса. Элегия любви, значит, воспевается любовь и только любовь, а не ее отсутствие. Когда человек говорит, страдает от любви, на самом деле страдает от ее отсутствия. Это о высших проявлениях любви. Значит, любви это высочайший образ. Милое отечество, сердечное и уважительное отношение к родине. Как любить родину, родной край, родную природу. Здесь и экология, и многое что есть. И все это рассказывается именно. А кого и что мы любим, то и будем защищать. Вот если работать молодежью, то милое отечество реально дает возможность ребятишкам изменить отношение к родине, к природе, вообще к людям, которые здесь живут. А начнем, я предлагаю вот с чего. Начнем с комплекса, вот такой творческий эпиграф нашей встречи, который называется «Светолуч». То есть все самое светлое, лучше другого не бывает. Причем, что здорово, слово «луч» и «лучше» имеет один корень, правильно? Поэтому все то лучшее, что есть, по идее, должно быть как у луча. Тепло, светло и однозначно. И сухо. Луч-то прогибаться не будет. Тепло, светло, однозначно. И вот сейчас предлагаю попасть в середину этого музыкального спектакля и послушать песню, нам в этом поможет песня с видеотекстом, которая рассказана на сказочно-песенном языке о прекрасном взросло-детском образе жизни. И мы можем увидеть, что могут сделать взрослые, для детей, что могут журавли для журавлят сделать, что могут сделать сами журавлята, за них никто ничего не делает, для них, да, ради них, да, вместе с ними, да, вместо нет. И в завершении мы видим, а зачем все это создано. Добро? Образная композиция. Песня светлая стала звучать, это учит красиво летать. Молодых журавлят, их друзья журавли, постигают полетов азы. Благодарные ученики, не всегда им задачи легки, но старательно машут они. Делай взмах, как сердечный привет тем, кто рядом с тобой в небесах. Молодец, мир чувствуешь сам, как отрадно друзей добротой обогреть. И
он преподал, он такие высоты познал, что волшебные сказки представит рассказ. Прекрасный образ руководителя. На примере вожака. Мы продолжим наш первый урок и освоим начало начал. Тот, кто к солнечным высям взлетал, крылья чуткости вырастить смог. Посмотри, ночи брат твой отстал, не по силам ему взрослый. Слева я, справа ты полетим, от ветров защитим, будет легче крылом.